господа, сборная Казахстана и София Ротару представляет. В Юрмале Казах бывает надежда на Кивин. Не тает и латвийский зал встречает. Погода как в декабре. Команда, казахская команда, ла-ла-ла-ла-латвия. Добрый вечер! Добрый вечер, Юрмала! Нурлан, бери шире! Добрый вечер, Латвия! Ты Литву захватил? О, извините! Добрый вечер, Латвия! Ой! Ребята! Президент звонит, Нурсултан Абишевич! Нурлан, договаривайтесь, на сцене выключать телефоны. Он на выключенный звонит. Да, Нурсултан Абишевич, да, выступаем. Что, вы шутку придумали? Да-да, смешно, смешно. Сейчас расскажу. Друзья, шутка. Все медали сборной Греции на Олимпиаде пойдут в зачет сборной Германии. Да-да-да-да, все смеются. Всем айфоны. Ага. После фестиваля подойдете в Астану? Лето для Юрмалы – это градообразующее предприятие. А вы когда-нибудь отдыхали в Юрмале зимой? Снег и тишина, снег и тишина. Снег, один лишь снег, снова тишина. Ну а летом здесь музыка, люди и свет. А зимой это город, которого нет. Дорогие друзья, когда казах влюбляется в латышку, появляются дети. Ну а когда латыш влюбляется в казашку, появляются ее братья. Итак, танго, танец любви. Гульнар. Братья. Восток. Один глоток. Нашего выступления казахская легенда. Высоко-высоко в степи. Там, где казахская конница могла долгое время обходиться без еды, постепенно превращаясь в пехоту. Там, где от запаха свежей травы
наворачиваются слезы. А у понимающих слюни. Там появился закон. Никогда не нападать на тех, кто спит, и на тех, кто ест. Поэтому на казахов никто никогда не нападал. Мораль. Отдайте золотого кивина. А то нам без него не спится и не естся. И на нас могут напасть ваши казахи. Пока мы шли на этот свет большого зала, и перед нами столько лет стена стояла. Для главной цели нам немного не хватало. И птица счастья мимо нас все пролетала. Но вот за годом Юрмала Балтийской волной слава Снежный царь возведем. Пока с тобой вдвоем не раз еще споем. Всегда с вами.